Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего YouTube-канала. Сегодня с вами опять на связи Мерсин, я, Анастасия и компания Арбат Хомс. Хотим познакомить вас с еще одним уникальным комплексом. В данном комплексе представлены квартиры планировки 2+1, но об этом чуть позже, я вам обязательно ее покажу. А сейчас хочу рассказать о самом комплексе. Комплекс находится всего в 300 метрах от моря, и здесь есть очень хороший оборудованный пляж. Также на территории комплекса, территория огромная, большая, зеленая, установлены фонтаны, беседки, большой бассейн, детский бассейн, аквапарк, зона барбекю, несколько зон отдыха, детская игровая площадка, площадка для спортивных игр и, конечно же, большая парковка. Представлена квартира планировки 2+1. Сейчас мы с вами находимся в гостиной, совмещенной с кухней, где уже установлен кухонный гарнитур с гранитной столешницей. Также во всей квартире уже установлены радиаторы, так как в этом районе уже есть газ. В квартире имеется достаточно просторный коридор, где уже установлен большой встроенный шкаф, имеется видеодомофон. Если мы проходим с вами дальше, попадаем опять в длинный коридорчик, где с одной стороны у нас есть общий санузел, а с другой стороны гостевая либо детская комната с выходом на балкон. Проходя дальше, мы попадаем в родительскую спальню. Здесь есть отдельный санузел, небольшой французский балкон и гардеробная. В данном комплексе в квартирах используют напольные покрытия плитка, это в гостиной и коридорах, а в спальных комнатах используют ламинат и поклеенные обои. Комплекс, который мы сегодня с вами рассматривали, находится в городе Мерсине в районе ТДЖ. Напомню, что ТДЖ – это уже газифицированный район. Комплекс подойдет как для постоянного проживания всей семьей, так и для курортного отдыха. Ну и, конечно же, не забываем про сдачу в аренду, потому что море здесь всего в 300 метрах. Ну что, а с вами была я, Анастасия, компания Арбат Хомс, на связи Мерсин. А мы с вами прощаемся. Вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить что-то интересное. Пока-пока!